Я со школьных лет вела различные мероприятия, их создавала, организовывала. То есть вы хотите связать свою жизнь с медиа? Возможно. Угу. Решительным шагом пройтись по студии, уверенно встать перед камерой и представиться. Здесь главное не растеряться и всего за пару минут суметь продемонстрировать свои способности. Кастинг на Универ ТВ успешно состоялся и дал возможность раскрыться каждому. Вообще моя мечта – стать ведущей новостей. Я всегда это хотела, всегда об этом мечтала. И у меня был опыт, я была в новостной студии в своем городе и даже провела там одну программу. Почему должны выбрать именно тебя? Потому что... А кто, если не я? Журналистика мне очень нравится. Я чувствую, что это мое. Мне всегда хотелось попробовать себя ведущей. То есть прям горю этим. Думала о журналистике, вообще о карьере журналистики, но потом меня перебросило на программистскую такую сторону. У меня есть какая-то предрасположенность внутренняя к этому, и мне кажется, у меня получится. Студенты из разных институтов и факультетов Казанского федерального университета, а также из других вузов Казани приняли участие в кастинге. Многие впервые работают на камеру, а у кого-то уже есть опыт. В первую очередь я смотрю, как человек ведет себя перед камерой. То, как человек подает текст, то, как к нему зритель прислушивается, это вот самое главное, я считаю. Но если внешность хорошая, то ну, это огромный плюс. Конечно, я уже отметил для себя несколько кандидатур, которые дальше буду рассматривать в качестве ведущего. И будем работать с ними. Уже совсем скоро вы увидите новые лица на Универ ТВ. Результаты кастинга будут опубликованы в группе ВКонтакте. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.